хорошо? Нет, это хорошо. А ты не захочешь? Нет. А что ты? А что, все? Ну, говорю, сколько надо было спрашивать? Там уже вы еще заняли, сколько дадим. Ну, так, пусть. Обычно? Да, можно. Салям алейкум. Салям алейкум. Ну что ты говоришь, живот видно тебе, да? Что ты живот? Сама говоришь. Да, живот. Да. Что там? Где она? Нет, фотографируем. Спасибо. Это хорошо. Thank you.
выше. А то я в штанах не буду. И чтение не буду. Еще. Еще нужно еще на вечер сам. Можно, длинный. На татарском. Длинный. На только. Татарском можно говорить. Поставьте. Thank you.
задачку можно извлечь. Что, вечер? Нет, потому что мне надо несколько человек, которые бы участвовали в одной программе. Поэтому пришел сам подбирать программу. Что, просто так не пускаешь, что ли? Нет, я не знаю. А? Вы не знаете, что пускаю? Ну иди, заходи. А где та девица-то? А где там чуть? Не волнуйтесь, мы за вас. Это 40 тысяч знаков в минуту. Вот. Установила российская студентка Цветкова. И вот, значит, там методика такая очень простая. То есть это первый прием для того, чтобы быстро увеличить скорость чтения. Человек не должен возвращаться. То есть тогда, когда он читает текст, у него, когда ему что-то непонятно, он начинает заново читать. А этого делать нельзя. То есть, если он до конца прочитает эту страницу, сам головной мозг в процессе чтения домыслит, и уже у него необходимости читать нет. И это называется регрессия. И вот таких приемов 7. Ну, например, второй прием – это для того, чтобы не шептать. То есть тогда, когда человек хочет, читает, у него резко падает скорость чтения, потому что он начинает как бы вслух читать, голосовые связки, а от этого тоже можно избавиться. Ну, это второй и, в общем, 7 таких приемов.
Стихи я тебе расскажу. Стихи? Так. Ты готовься пока, посмотрим. Да. Значит, кто тогда? Минем Аким Гармуче. Это вообще детские стихи. Только я здесь учу татарский язык и самостоятельно тут такая работа. Попула. А где уже дети? Да, а когда, у Лилианы. Когда? А, у Лилианы? Да, ну Хазарет это каникулы. Сейчас каникулы. Да. У них доску, доска жива электронная? Жива. Жива. ВКонтакте заметили, да, страничка? Здесь электронную доску купили. А, вы, не знаю. Сейчас, давайте. Фэн, ты шел сюда, да? Туда пошли глаза вниз. Камера, мотор. Ну ладно, меня Матвеем гармонче. Яңа күлмәгем кейдем, кызге каршынан келдем. Бигрәк тә тик кыз булдым. Бер бием әле үзем. Аягымда ақ җитек, басамын тып-тып итеп. Гармон уйнап җибәрсә, тузасыңмы хәл итеп. Гармонда ике күзем, бер бием әле үзем. Гармонче дик әтием, биемне ничек төзем. Җитек җиңел икән, шылдырып биеп китәм. Әткәй гармонче булгач, бигрәк күңелле икән. Печатными буквами. Слышь, поставили. Ключ у нас есть, да? Да, слышь, поставили.